Первое упражнение. Руки вытянуты, плечи расправлены. Пятки вместе, носочки врозь. Вот такие сгибания ног поочередные 60 раз. Опорная нога прямая. Как только сделали 60 раз, руки разводим в стороны. Ноги не продолжаем. И вверх, в стороны, вверх. Ноги продолжаем поднимать. Тоже 60 раз. Так, следующее упражнение. Встаем, ноги параллельно друг другу, пятки назад. Ноги стоят на расстоянии одной стопы. Колени чуть согнуты. Так, ягодицы сжимаем. Таз проталкиваем вниз и вверх. Вот таким. Вот так. Руки кладем на плечи. Вот такие повороты. 60 раз. Вот такие. Бедра остаются на месте. Поворот как можно сильнее. А бедра на месте. Так, 60 раз. После этого упражнения делаем отжимания. Отжимаемся вот так. Руки должны быть почти что вместе. Близко друг к другу. Ноги на коленочках. Эти скрещены. Стопы скрещены. И отжимаемся вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. И так 20 раз. После этого растяжка. Растяжка вот такая вот. Вот локоть заводим за спину. Пока. Локоть заводим за спину одной руки. Так, 30 счетов. Так, 30 счетов. Потом вот так вот. Со всей силы. 30 счетов. Одной рукой так. Вот так, 30 счетов. Затем встаем. Ноги. Тоже стопы параллельно, расстояние одной стопы. Встаем, весь груз перемещаем на носки. Если растяжка хорошая, локти можно согнуть. Колени выпрямлены. Так, стоим 30 счетов. Потом коленку упираемся. Носом упираемся в коленку, одну руку вверх. Так, 30 счетов. И другой рукой. Так, 30 счетов. Все время пьем воду. Следующее упражнение. Встаем к станку. Ноги вот в первой позиции. Пятки вместе, носки между носками, расстояние 15 сантиметров. Одну руку вверх. Рука должна быть напряжена, кисть расслаблена. Таз. Таз сжимаем и проталкиваем вверх. Колени автоматически сгибаются. И точно так же делаем, как и в предыдущей неделе. Вот так, раз, два, три. Вторая. Пониже чуть-чуть опуститься. А, еще пяточки на 2-3 сантиметра вверх от пола. Вот так.